Ух, что такое, Паш? Черешенька. Просто вот показать. Это буквально за полдня сегодняшней нашей работы. Я не знаю, сколько здесь килограмм. А у нас еще деревьев не початый край. И сейчас показываю вам сегодняшний урожай. Это уже на второй день. Это еще не все. Вот, в общем, да, черешенька. И сейчас огромной семьей дружной мы это все дело рвем. Тут уже смородина и малина уже начинается, еще клубнику завтра. Ай, смотрите, какой дружной семьей. Мама, папа, моего братика жена, ее мама. Там же Павлуша где-то ходит, вон он. Вот, черешни просто очень много, гроздями, как будто, как рябина, целыми гроздями. Вот так вот. Где-то мой братик, где-то мой братик, вон он, да-да-да-да, чьи-то ноги. Вот смотрите, как уже пустая почти внизу, видите? А вон там, вот. Она вся усыпана. Но осталось уже так более-менее поменьше. Так что все. Смотрите, как все разрослось. Какое все огромное. Какие огромные помидоры стали. Прям такие здоровезные. А вон дыня. Там арбуз. Все уже полным ходом растет. После дождиков. А вот это так вообще такая красота. Вы смотрите, какая прелесть. Такие гроздья, алые гроздья. На солнце они так блестят. Очень красивая картина, на самом деле, серьезно. Все-таки природа, все продумано, придумано. И вокруг нас реальная красота. Игра красок. Это вообще нечто. Пашка ест вот эту красную смородину, как я ее называю, по речкам мы говорим. Как, она уже кислая, я ее не могу есть, у меня глаза влазят на лоб. А он ест вообще, то есть получается у него что, кислотность понижена? Не хватает ему чего-то? Ест за милую душу. Я вот нарываю утром поречку, то есть красную смородину, черную смородину, рву малину, клубнику. И это все ему в овсянку. И такая супер полезная, супер вкусная каша получается, что за уши не оттащишь. Так что, ребятки, и вам советую по возможности сейчас кушать свежие фрукты, замораживайте их, чтобы потом зимой не покупать вот это все какое-то заграничное, а есть то, что было выращено хотя бы у нас. Хорошо. Да, да. Хорошо, поцелуем Павлуша. Господи, дорогу иду с собой, и Господа Бога. Боже, я мать впереди, жир ее не держи. Копали. Паш. Все, счастливо, счастливо. Так, водичку льем. Опа. Все. Братик со своей семьей поехал домой, так грустно как-то стало. Ну ничего, через пару, может через неделю и я туда поеду к ним в гости. Ай, блин. Ладно, водичку льют в Турции, когда кто-то уезжает в далекую дорогу, то как бы сзади за ними льют воду, чтобы дорога была. Доброе утро, Павел. Скажи доброе утро всем. Это голубь, Паш. У-ху. Как он делает? Мотоцикл. Да. Что делать надо? В сторонку идти надо, да? Да.
Хорошо. У нас целую ночь лил ливень. Наконец-то. Ой. Паш, смотри, как наш черешня наклонилась. Столько ягод. Просто. Мама, очень много ягод, да? Ягода. Да. Ладно, здесь мокро, Пашка. Пойдем прогуляемся, а потом... И такая свежесть. Правда, воспаление немножко. Но все равно. Что опять? Опять. Ну, давай нами руку тогда пошли. Пошли к речке сходим. Так, низко сейчас оно... Вот там. Ой. Встречает своего хозяина. Да, там... Да, там мама и маленькие детки, четверо штучек, да, Паш? Мама, а есть Петя, мама, Петя. А голубь, это голубь. Голубь, это голубь. Это голубь, это... Голубь улетел уже. Смотрите, такой утром был туман. Прям белая-белая стена. Петя, мама, Петя, аист. Аист, да. Мы, как обычно, в 7 утра поднялись. Позавтракали. Пойдем. Голубь. И сейчас немножко прогуляемся. Очень красиво поет птичка. Супер. Возможно, еще будет дождь. Сегодня. А почему здесь мотоцикл? Почему здесь мотоцикл? Да, здесь мотоцикл ездит. Ездит, да. Паш, аккуратно. Аккуратно. Не трогай только это мусор. Бе, не трогай. Бе. Да. Хочешь, пойдем на мостик? На мостик. Пошли. Молодежь сидит вечером на лавочке здесь возле речки и мусорит. Да, мусор там. Так мусор, так мусор, ива. Да. Рыба! Где ты? Рыба, где ты, говорит. Да, это рыба. Что там? Кусают там. Это комары, да? Кусают? Да, кусают комары. Комары кусают. Только да. Туда зашли, сразу целая толпа комаров налетела. Конечно, сейчас им... Ой, прям садятся. Паш, тебя не кусают? Покажи. Красота. Ой. Там луна. Рыба, луна. Вон она, рыба, да. Сейчас после дождя река пик-кок. Немножко мутная. Да, вот так пик-кок я пью. Что? Рыба. Что, как делает? Как вот так пик-кок. Пик-скок? Да, пик-кок я пью. Рыба, пик-кок. У нас никак не может заменить слово, глагол «епуёр», то есть «делает». Он все время говорит все «епуёр» на турецком. И слово «бак», то есть «смотри». Вот это два турецких слова, которых он никак не может заменить на русский. А все остальные уже заменил. И вполне понятно разговаривает на русском языке фразами. А вот это «бак» и «епуёр», когда говорит... Я пью. Оно похоже иногда на такое на наше русское матное слово. Ай! И мама смеется с папой. Что такое? Комарик? Да, ах, этот комарик. Вы слышите? Это какой-то... Столько птиц. Иду. Мама,
водой. Пойдем. И вот кто возвращается с магазина с дедом. Купили палочки, говорит, молодец. Строго за руку с дедом. Никаких влево и вправо. Mm-hmm.